Всем привет! С ромашкой и васильками я вас уже знакомила. Сегодня самая приятная часть – сборка большого букета полевых цветов. Теперь обо всем поподробнее. Останавливаться на производстве бутона не вижу смысла. Если вы смотрели мое видео с васильками, то сделать бутон не составит никаких проблем. В композиции я использовала металлопластиковые трубы диаметром 20-26 мм. В большое ведро с помощью цемента закрепила 3 трубы диаметром 26 мм. Высота труб 1,5 метра, 1,80 м и 2 метра. И одна труба диаметром 20 мм. Ее высота 1 метр 20 сантиметров. Затем к трубам с помощью горячего клея и хорошей липкой ленты типа скотч я добавила несколько дополнительных труб, предварительно сплющив молотком примерно 10 сантиметров от края. Для ответвления я использую трубы диаметром 20 мм. Не очень красивые перепады в месте стыковки труб сгладила остатками от бумаги и скотчем. Чтобы трубы стали зелеными, их, конечно, можно было бы покрасить, но я предпочитаю сделать все одним материалом. Поэтому нам понадобится бумага зеленого цвета в тон бумаги чашелистиков. Отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полученный отрезок предстоит разрезать на ленты по 3 сантиметра каждая. Бумагой предстоит обернуть каждый стебель. Раньше для фиксации я использовала обычный ПВА-клей, но потом от него отказалась. Гофрированная бумага меняет свой цвет в местах нанесения клея. Поэтому берем клеевой пистолет и вперед. Небольшое затруднение могут вызвать места стыковки труб. Здесь одно правило. Сначала обертываем от стыка мелкие трубы, а затем только крупную трубу с заходом на место стыковки. Если стыковочная обмотка не удалась, не расстраиваемся, все исправит листья. Для листьев использую бумагу того же цвета. От рулона отмеряю 7 сантиметров. И заворачиваю столько раз, сколько должно получиться листьев. Свернутый рулон зеленой бумаги сразу не разрезаем. Сначала вырежем острый кончик листка. Так мы получим дополнительные листья меньшего размера. А затем можно прорезать рулон с обеих сторон. И если в процессе сборки появится желание добавить листьев, всегда можно нарезать еще. Все подготовительные работы проведены. Можно начинать сборку.
моя летняя композиция практически готова. Осталось задекорировать ведро и бетонное основание. А на сегодня у меня все. Радуйтесь сами. Удивляйте и радуйте близких. Всем удачи. Пока-пока.